Успешная женщина 21 века – это целеустремленная и упорная. В настоящее время в регионе особое внимание уделяют вопросу развития личностного потенциала женщины не только как домохозяйки, но и успешного руководителя. Каждый год на территории Ульяновска проходит масштабный форум деловых женщин, создаются дискуссионные площадки и собрания. Так, на базе корпоративного университета организовали конференцию для женщин-лидеров в формате круглого стола, где участники смогли пообщаться с ведущими российскими и зарубежными экспертами. Я бы хотел, чтобы вы все, милые барышни, верили в свой успех, в свое жизненное кредо. Надеюсь, я тоже буду по результатам вашей сегодняшней конференции вам полезен. И все ваши интересные идеи, проекты, предложения готов в полном объеме их реализовать на территории нашего региона. За круглым столом обсудили тему женского лидерства, трансформация образа современного руководителя. Какими новыми компетенциями и качествами должен обладать эффективный наставник? Ответ на эти вопросы участницы смогли найти во время общения. Также они поделились своим видением образа успешной бизнес-вумен. Особое впечатление на представительниц прекрасного пола произвело выступление эксперта из Москвы, профессора МГИМО и просто успешной женщины Натальи Долиной, речь которой воодушевила каждого присутствующего. Опытная руководительница поделилась своими историями с жизнью, мыслями, идеями и будущими проектами. Уверенность, вера в себя, вера в людей, быть в ладу с собой, с людьми, с миром. Это содружество четырех интеллектов, как мы сегодня говорим, четырех основных составляющих человека. Ум, душа, дух, тело. Такой человек будет целостным, собранным, воодушевленным, одухотворенным и будет творить и для себя, и для людей. С каждым днем запрос на формирование и развитие сообщества успешных женщин только увеличивается. Ульяновская область одна из первых запустила образовательный проект для представительниц прекрасного пола. Эффективный руководитель совершенствует свой успех, где опытные спикеры выступили на разные темы. Программа корпоративного университета была направлена не только на развитие лидерских качеств. Участницам рассказали, как правильно управлять своей энергией, грамотно распределять ее и в работе, и в жизни, чтобы максимально быть полезной себе и обществу. Я считаю, что такие программы очень нужны вне зависимости от статуса, от возраста, от опыта, потому что в группе были люди, которые имеют и сертификаты бизнес-тренера, например, и сами проводят какие-то мероприятия, там я в частности. Но здесь очень важен момент знакомства людей из разных ведомств, из разных вообще сфер. Активное участие в общественной жизни региона, организация крупных мероприятий, воспитание, контроль труда. Всем этим и многим другим наравне с мужчинами теперь успешно занимаются женщины. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Ул Правда ТВ.